Разгружаем котел на Грузию, на Зугдиде. Вот в таком виде. Доделывать будем уже на месте. Кто-то поедет из ребят в Грузию и будет монтировать, обшивать для местной школы. Отгружаем. Вторая часть котла уже в фуру на Грузию, на Зугдиде. А? И шофер тоже из Зугдиди. И машина из Зугдиди. Грузим для местной школы. Не пойдет. Да. Четко вошел.